У ребенка подагра, чем лучше лечить? Но в первую очередь отсутствием сраной пищи, если это подагра, вот, как минимум, и отсутствием жареной пищи. Вот. Дело в том, что, в принципе, подагра – это солевое отложение, то есть минералов мочевой кислоты в суставах. Это первое, о чем следует понимать. Второе – это происходит тогда, когда происходит то есть нарушение водного баланса. Просто, простите, в воде, то есть нет воды, чтобы растворять эти солевые, как раз именно солевые минеральные отложения. Вот так. Первое – это вода. Второе – это исследование крови на минералы. Обязательно нужно посмотреть, каких не хватает минеральных средств. Третье – это снятие воспалительных процессов, которые образовываются в тканях, как раз потому что они как раз позволяют образовываться патологическим полностью артритом. И четвертое, самое важное, это полностью убрать дрожжевую пищу, потому что она является одним из основных провокаторов отложения как раз именно солей мочевой кислоты. Я как гомеопат хочу дополнить, что подагра – это наследственное заболевание, дети очень крайне редко болеют этим заболеванием, поэтому нарушен обмен веществ, он успадкованный генетично, да, поэтому гомеопатия в этом случае поможет выровнять обмен веществ. Я отвечу тогда на этот вопрос, что Людмила...